Привет, бро, с тобой воблер и ставь лайк за 3 секунды, если ты любишь побеждать. Считаю. Раз, два, три. Молодец, бро, что успел поставить лайк. Мы с тобой сейчас будем драться, и мы должны побеждать. Давай, подходи, чувак, я больше тебя. Давай жмем тап, давай по морде ему. Да. Это у нас, бро, игра Giant Rush. Вот так вот мы отправили чувака в нокаут. Победа! Получаем 208 кристаллов. Сверху мы можем прокачать силу, а снизу увеличение кристаллов. Наверное, давайте, чтобы больше было кристаллов. То есть часть видео мы будем зарабатывать кристаллы, а часть уже будем с тобой прокачивать. Давай, бежим! Мы должны собирать наших подписчиков для того, чтобы сразиться с боссом. Бро, обязательно подписывайся на канал Воблер, если ты еще не подписан. Потому что босса нам нужно победить. Смотри, мы берем какой-то ключик. Больше кристаллов, больше! Давай, босс, будем драться! На по лицу! Что происходит? Теперь мне! Бей, я тебе дам даже фору! Теперь смотри, какие удары от меня! На, свертухи! Круто отлетел прям на 3 икса! Нам предлагают отключение рекламы и 1500 кристаллов за 4 доллара. Я думаю, что мы пропустим это все и сами сможем заработать. Смотри, мы сейчас с тобой прокачиваем X5. Давай, отлично, бежим дальше. Собираем подписчиков. Да, идите сюда, мои хорошие. Эй, что за стена? Я ее все равно проломал. Так, собираем красненьких. Стикмены, идите ко мне. Мы сможем победить босса. Стоп, я зеленых должен собирать. Я вижу, что все сложнее и сложнее. Посмотрим, что будет за босс. Сверху мы собрали 21 подписчик. Давай будем драться, подходи. Бей первый. Слабак, разве это удар? Смотри, как надо. На, с ноги вертуха. О, коронный похоронный. Круто, залетел на 3,6. Вот наш результат, и мы зарабатываем 252 кристалла. У нас есть переключай, мы можем получить кепку для нашего персонажа. Мы открыли все сундуки, заработали много кристаллов, а также скин кепки. Это реально круто. Крутая кепка, мы ее получаем и двигаемся дальше. Ну что ж, у нас открылись теперь скины, мы их можем открывать, правда кристаллов у нас нету, а скинов много. А вот она кепка, смотрите. Давайте мы ее оденем, мы ее забрали. Чтобы купить один скин, нужно 225 алмазов. Так, мы поняли, но для начала мы увеличиваем добычу алмазов. Больше алмазов, потом мы сможем уже все купить. Сейчас, походу, у нас будет финальный босс. При том, что у нас персонаж не прокачан, слабый. Посмотрим, как мы с ним справимся. Мы, конечно же, не будем ему поддаваться, потому что мы не прокачивали своего персонажа. И нам надо действовать максимально эффективно, ребята. Давайте проходим. Че за огонь вообще? Блин, я не туда бегу. Вот еще ключ. Смотри, какой босс. Я в шоке. Привет, мужичок. Ой, какой он большой. Сразу бью, ребята. Так, мне куда-то в сторону клоняться надо. В другую сторону. А теперь бью. Тапаю. Смотрите. Бьем. Давай, в сторонку отходим. Промазал. В другую сторонку. Теперь бьем. Я понял. Надо два раза увернуться, дальше бить. Получай. Часто. Давай, бьем. Отлично. X10. По морде ему. Воу, получил босс. Красавчики мы. Также открыли ковбойскую кепку. У наш персонаж уже в кепке. Дальше мы прокачиваем, смотри. Вообще круто, бежим вперед. Как я и сказал, в первую часть ролика мы будем прокачивать кристаллы. Дальше уже мы будем прокачивать своего персонажа, чтобы была сила удара. Просто какой смысл качать нашего стикмана, если, ребята, он и так крутой. Давай проходим. Здесь все собираем. Сейчас мы будем краситься в желтый цвет и бежим по желтому, да? Воу, какой я большой! Я поменял цвет! Я король воблер! Драка, смотри! На, с ноги! Куда он залетит? Воу, на 3,8! Вот наш персонаж, он уже изначально большой. Давай мы снова вкидываем в кристаллы и бежим зарабатывать кристаллы. Ух ты, бонусный уровень! Больше кристаллов, еще больше. Быстро все собираем, движемся. Я не знаю, будет кто-то в конце или нет. Блин, но я хочу, чтобы все уровни были, ребята, такие. Я хочу еще больше кристаллов. Опа, что там, босс, сундук какой-то? Вообще круто. Открываем ящики, что? А мы должны выбить с него. Но, еще, да, с ноги. Открывается. Мы заработали 3788 кристаллов. Это реально круто. У нас есть 3 ключа и самый главный приз это пони. Но на самом деле мы откроем все ящики и получим все. И вот, ребята, результат. 1780 кристаллов. Вот новая шляпа в виде пони. Даже хочу посмотреть, как она будет выглядеть. Реально смешно. Давай мы дальше прокачиваем кристаллы. Смотри, реально уже X13 может быть. Ну что ж, побежали вперед, будем собирать. Посмотрим, сколько мы сможем кристаллов, ребята, с вами получить. Тут мы проходим, просто замечательно. Я вижу, что с каждым уровнем все сложнее и сложнее.
Во, сколько кристаллов сверху! Давай пробиваем стену. Да, прошли. Бежим дальше, теперь мы будем красные. Пошли, давай еще. Во, какой я большой, смотри. Ну все, моя кепка самая крутая. Привет, чувак, получай, смотри, сейчас вертушка будет. Ого, он тоже силен. Так, куда мы его закинем? И почти на X4. Давай мы дальше будем прокачивать наши кристаллы, а также посмотрим, сможем ли мы вообще победить второго босса вообще без какой-то прокачки. А потом уже, конечно, если мы проиграем, нам придется в любом случае прокачивать нашего Стикмана. Давай, чувак, полицейский! Это просто там стоит какой-то бандит-босс. Мы должны его победить. Мы сейчас его оденем в наручники. Потому что он не подписался на канал Воблер. Да как ты посмел? Бро, а ты подписан на канал Воблер? Обязательно проверь, чтобы красная кнопочка, ребята, была серой. Ну, вдруг кто-то не знает, как подписываться, мало ли. Давай проходим. Вот мы идем до босса. Нет, это еще, ребята, не босс. Он будет дальше. Это у нас просто разогрев. Да, получай с ноги. Куда он залетает? На X3.8. Я думаю, что эти кристаллы мы оставим, и дальше мы уже с тобой прокачаем силу удара для того, чтобы залетали боссы как можно дальше. Так, тут проходим аккуратно, мы желтенькие, должны собирать желтых подписчиков. Подписчики стоят, ждут, говорят, Воблер, давай собери, вместе мы сильнее, вместе мы прочнее. Давай проходим стену опасную. Тоже тут босс отгородился от нас стеной, мы все равно... О! Пол это лава? Чё за дичь вообще происходит? Кто лаву сюда поставил? Да, все, мы берем. Ребята, это походу у нас финальный босс, мы должны его победить. Да, сила удара у нас не сильно прокачанная, но все равно мы его в легкую, смотрите, побеждаем. Стоп, это был не босс, а там даже была стена каменная. У нас будет приз «Новая кепка» после того, как мы откроем все ящики. И вот, ребята, где была спрятана наша новая кепка. Это, походу, у нас, ребята, акула. Типа, на голове у нас будет акула. Ну что ж, пришло время прокачать силу удара. Теперь мы будем реально на большие иксы отправлять врага. Это реально бомбезно. 20-й уровень прокачки. Да, ребята, я был нубом, у меня была сила удара очень слаба. Теперь я про, смотрите, 22 уровень. Сейчас посмотрим, в какой нокаут мы сможем отправить противника. Тем более, это у нас, ребята, босс. Тут обходим. На голове у меня акула, потому я безумно настроен на победу. Спереди даже кирпичи меня не остановят. Плевай, я не тех собираю. Мне нужно собирать красных, проходим. Теперь я буду желтым чувачком. Быстро покрасились, смотри, вот босс. Посмотрим, какая вообще у меня сила удара. Ну что, босс, ты готов? Блин, я забыл увернуться. Еще раз. Да подожди, я не успел. Да так нечестно, босс, алло. Я забыл, что надо уворачиваться. Завалить босса, ну давай. Так, я встаю, ну что, босс, тебе хана. С ноги бью, та стоп, подождите. А я должен бить его? Так нечестно. Ребята, я посмотрел ролик, пару ударов и босс побежден. Я что, применил какое-то читерство? Я же только что был про, уже я читер. Мы получили зеленую кепку для нашего зеленого Стикмана. Давай мы с тобой посмотрим, что у нас здесь по скинам. Вот какие у нас кепки куплены, много еще закрыто, тут тоже прикольные. Я думаю, что кепки это, конечно же, круто, но силу удара надо обязательно прокачивать. И давай мы качнем два раза. Ребята, 40-й уровень прокачки силы удара на 10-м уровне. Мне кажется, что это читерство. Сейчас посмотрим, как мы сможем отправить босса в конце нашего пути, как далеко он сможет залететь. Так, бежим, собираем кристаллы. Сейчас мы, ребята, с вами посмотрим, какая вообще у нас сила удара. Все, теперь мы собираем желтых стикманов, давайте все сюда, теперь зелененьких, больше зеленых, давай, это что такое за штука крутится? Пол это лава, что происходит? Кто выкопал здесь лаву? Да, мы всех подряд собираем. Сейчас посмотрим, на сколько иксов мы сможем отправить этого босса. Давай, сила удара вообще крутая, смотри. О-о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 -
почему он не долетел? Бонусный уровень, где мы с тобой собираем кристаллы. Конечно же, это круто, но на самом деле я не совсем понял, почему у меня слабая сила удара. Как говорится, большая сила, большая ответственность. Только почему-то я так круто прокачался, а врага отправил на слабые иксы. Надо потренироваться и посмотреть, что же там было не так. Вот, привет, давай, 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 быстро выбиваем. Мы должны победить, но... Х30, да! Сколько здесь кристаллов? 8200? Это реально круто. И вот где пряталась наша кепка. И что у нас по кристаллам? 10000. Это реально круто.
У нас уже 19 уровень, а также, чтобы прокачать дальше, надо 1800 кристаллов. Это не слабо, давай мы просто побежим вперед и посмотрим, куда мы сможем босса отправить. Ух ты, кнопка, остановили, тут мы с тобой проходим. Давай, мы должны добежать до финиша, а также нашего босса отправить как можно дальше. Так, теперь мы покрасились, мы желтенькие, собираем кристаллы, теперь мы будем красные. Направо уходим, собираем, собираем. Опа, проходим стену. Да, я реально, ребята, огромный чувак. Мне кажется, что сейчас босс вообще улетит в космос. Сейчас он будет колонизировать Марс. Ну что, чувак, мы собрали 51 подписчика. Получай! Давай. Еще разочек. Но! С ноги, это максимально. Ну куда ты улетаешь? Блин, всего лишь 2 икса? Ребята, мы получили кепку сомбреро, а также у нас сила удара скоро будет 50. Мы движемся вперед, и я понял, как нужно побеждать босса. Нам надо как можно быстрее тапать для того, чтобы сила удара была больше. Сейчас в этот раз мы так и попробуем. Я думаю, что мы сейчас отправим реально его в космос. Если не получится, то все получится. Я верю в себя, я верю в вас, потому мы собираем как можно больше подписчиков. Здесь обходим, сверху даже кристаллы есть. Идем поверху, а внизу лава. Давай, бежим, смотри, какой крутой. Ну все, босс, сейчас ты отправишься. Да почему здесь нету? Так, бьем, быстро тапаем. Тапаем, тапаем, чтобы было красное. Давай, давай, давай. Куда он улетает? Ну, отлично. 5-2х, давай еще. Чувак летит, ну, еще. 14х, да. Это финалочка. Ребята, дальше просто нельзя лететь. На этой эпической ноте мы завершаем прохождение этой игры. А с тобой, бро, был Воблер. Оставайся на канале. Обязательно подписывайся, если ты еще не подписан. Оставайся на канале. Здесь больше 2600 роликов. Что-то для себя найдешь. Скоро увидимся. Пока.